Силами слов'янських громадських організацій була відреставрована ще одна стела на в'їзді в місто. Цього разу з боку траси Харків-Ростов. 18 травня роботу презентували секретар Слов'янської міської ради та громадські активісти, які виступили ініціаторами ідеї. По чуть-чуть, понемногу. Здесь кусочок зробили, там убрали. І город преображається. На самом деле, вот, так сказать, подтверждение этому, вот этот перекресток многострадальный, где были ожесточенные бои за освобождение Славянска, и пострадали не только дома, но и даже знаки, которые олицетворяют въезд в город Славянский или вот знак, направляющий по трассе. Считаем, что подобные акции должно быть их как можно больше, потому что это влияет на сознательность как бы людей наших, и это показатель, что можно своими руками создавать не за большие деньги, не за большие труды, а вот можно вот такие вот вещи красивые делать и преображать город. Виконувати роботу взялись будівельники підприємства «Добробут». Протягом тижня вони шпатлювали, білили та фарбували стелу. На реставрацію витратили близько 6 тисяч гривень. Здесь була повреждена стела, во-первых, со снарядами, там осколками повреждена. Ну і сама по себе вона зроблена каркасною. І вже були, ну, самі каркаси пробивали і були, ну, откалувались куски великі вже. Они там их восносили. Пришлось поштукатурить, сначала, ну, зацементировать, сделать гипсовую основу, церозитом пройти. Ну, это строительные все материалы, которые необходимы были выполнены, мы выполнили. Хорошей краской сделали на силиконовой основе и для наружных работ. Так что, я думаю, если бы было полученным, в течение не будет больше никаких событий, она будет стоять долго. Головною своєю справою громадські активісти бачать відновлення житла, яке постраждало під час обстрілів. Люди шукають фінанси, грантові пропозиції, підтримку однодумців. При ініціативі совместних організацій «Честь имею», «Славянск возрождение», а також от строїтельної компанії «Добробут» ми прийняли рішення відновити очередну стелу, указатель своими силами, и хотелось бы еще раз вот обратиться, как вот мы обращались письменно к депутату Савченко, к другим депутатам, меценатам, скажем так, города, которые бы могли бы вот помогать тоже нам хотя бы стройматериалами, средствами, чтобы вот восстанавливать постепенно вот такие объекты, которых еще достаточно много в городе.